Острые вопросы и честный разговор с жителями. Все о Подмосковье. В Химках провели форум «Сильное, здоровое, чистое». В нем приняли участие министр правительства по социальным коммуникациям Ирина Плещева, общественники и представители администрации городского округа. Вместе с химчанами обсудили вопросы экологии, здравоохранения, образования и экономики. Мы, городской округ Химки, активно включены в программу губернатора «Сильное, здоровое и чистое Подмосковье». И благодаря тесному контакту с общественной палатой мы имеем четкую информацию о тех потребностях, которые волнуют наших жителей, о тех задачах, которые перед нами ставятся, ну и, естественно, совместно мы их реализуем. Начали со здоровья. Самые наболевшие вопросы – получение льготных лекарств, очереди, строительство новых поликлиник и нехватка пунктов скорой помощи. Не могу дозвониться. Это во-первых. Во-вторых, лично мое обращение к дочери при высокой температуре 39. Скорая помощь не приехала вообще. Ожидание составило больше 3 часов. Представители профильных ведомств пообещали рассмотреть все вопросы в ближайшие сроки. Что касается Химок, то это очень заметная территория. И, конечно же, здесь есть свои накопившиеся вопросы. Но вот сколько я общался с коллегами, которые мониторили здравоохранение, в принципе, эти вопросы минимальны по сравнению с другими территориями, где задравит намного больше вопросов. Еще одна из ключевых проблем – раздельный сбор мусора и его вывоз. Закон вступил в силу в этом году, технология детально еще не отработана. На это обратили внимание и обычные посетители форума. Вот я живу на улице Дружбы, в огромном доме, и никак у нас во дворе это наладить этого не могут. Мы стараемся туда, потом эти контейнеры исчезают или уже в них все подряд. Но от жителей, конечно, тоже зависит, но просто еще... Потом они исчезают и не появляются месяца через 2. Так не вырабатывается система раздельного сбора мусора. В этом году такой форум прошел во всех муниципалитетах Подмосковья. Предложения отправляют в профильные министерства и ведомства, а также главам территорий. Особо важные вопросы направят для рассмотрения губернатору Подмосковья. Ксения Брагина, Андрей Корнилов, служба новостей.